На Северном полюсе в честь героев Чечни установлен флаг республики. Как отмечает Аксакал ТВ, об этом сообщил Рамзан Кадыров на своей страничке в соцсети Instagram. «Я всех поздравляю с этим историческим событием. На Северный полюс также вылетел мой помощник Даниил Мартынов. Он установит на полюсе флаг в честь всех наших героев. В первую очередь, в честь национального лидера Чечни, первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова». Мартынов также провел разведку местности для совершения на полюс группового прыжка инструкторами из отряда ТРЭ Главного управления МВД России в Северокавказском федеральном округе. В ближайшее время инструкторы примут участие в масштабных учениях. Они совершат десантирование на Северный полюс и последующий марш-бросок на расстоянии 50 км для совершенствования навыков поведения поисково-спасательных операций в условиях Крайнего Севера и Арктики.